Не кричи. Надеюсь, там тоже никто не встанет, блядь. Так, давай, чтобы по три раза, да, не ходить, давай вот это оставляем, это оставляем, это оставляем, это оставляем. А все оставь там. И это тоже оставь. Мне отдай. Карту, карту, карту. Бля, пистолет взять, может, все-таки. На всякий пожарный. А, нет, подожди, там же придется еще ложить. Там глаз. Не важно. Глаз и карта. Во. С той женщиной мы разбираться не будем. Так, что у нас тут есть? Ключ огня. Ключ чистый. Ты охуел? Вот твары, да, ему что-то не нравится. Пустой носитель для создания особой карты доступа. А-а-а. Почему тогда ты мне его дал туда воткнуть, в принципе? Окей. Это я знаю, по крайней мере, где применить. И что с ним сделать. Главное, чтобы женщина не согрелась. Точнее, согрелась, но не дала нам пиздюлей. Так, крематорий я тоже знаю. Все, да все, все, выйди, родная. А старый модуль фотографической памяти позволяет записать до 6 визуальных воспоминаний. Невероятно устаревший, но все еще может пригодиться. Будем надеяться, что это так. Иди ты нахуй. А, чистый имеется в виду чистый. Я думал, что это типа как стихия чистая, ебать оно. Так, я по крайней мере знаю, куда его воткнуть. Это не моя жопа. Так, это выгружаем, это оставляем. Летик мне, пожалуйста. Наверное, давай похавать. А эта штука как-то у меня экипирована. Она мне нужна? Это... А, у меня 5 патронов нет, да? Только 8. Шотган брать? Это тоже 4 патрона всего лишь. Так, давай почекаем. Да, у меня, получается, убирается. Сука. Ну, блядь, два места давай пока что оставляем. Давай засейвимся. Я четвертый сейф использовал. 2.16, 2.30. Ну, видимо, да. Вот завтра на работу. Бля. Вот, PC-карт. А в X-Ray у меня как раз-таки лежит залупа, которую мне нужно спроектировать. Элеватор. Давай попробуем воткнем карту, пойдем. Просто чтоб места. Вот так. Вот, да. Теперь нужно нарисовать. Нарисовать я знаю где. А если нарисую неправильно? Что тогда? Куда я, блядь, пришел? А, да, правильно. Да, в принципе, можно сразу в крематорий зайти. Как-нибудь женщину обманем там. На виражах. Давай, да, наверное, сразу в крематорий. В принципе, она нас не догонит, правильно? Быстрее, 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 быстрее! Орбитная шашка.
Ага, надлежащая утилизация трупов. А, ну да, как я и говорил, сука, как кримсонов надо сжигать. Ебись, в рот. Май, как ты, вероятно, слышала, мы наблюдали несколько случаев спонтанной реактивации тел, списанных протекторов. Их нестандартного поведения. На основании отчета о вскрытии, можно, который составила WebMR, можно сделать вывод о том, что органические компоненты всех подобных модулей были поражены злокачественными новообразованиями. Она пишет, что если тела полностью не кремировать, эти новообразования могут реактивировать реплики даже через несколько часов после смерти. Походу, та залупа, которая была в китчине, это вот их и поднимает. Мы не знаем, но причина этих новообразований, кого и кого они еще поразили. Но мы сможем кремировать все тела, поскольку у нас... мы не сможем кремировать все тела, поскольку у нас всего два крематория, которые требуют постоянной перенастройки, поэтому мы импровизируем. Эти термитные шашки помогут прожигать броню реплик и выжигать органические компоненты изнутри. Я запросила большую партию, но таких, но каких-то бумажек не хватило, поэтому придется подождать. А, это как раз таки... ГГ. ПЦ? Что ты от меня хочешь? Ах, пунк. А, ты хочешь, чтобы я линию такую сделал? Нихуя себе. Поднять СО2? Поднять газ. Пустить О2, да? СО2 поднять. А это притык. Угу. Газ я нашел. Что-то я, видимо, не понимаю. Мне кажется, что вот это туда. Но что-то нихуя. Ключ огня в крематории. Да, а это что такое, подожди? Ничего. Ну, хз, я тупо брутфорсом, ну, блин. Может, тут, конечно, было какое-то решение. Ну, вообще очень странное. Ты что? Это, кстати, шкалавка, видишь, не становится, блядь, в определенную точку. Она меня тварина ждет. Вот их только надо сжигать, короче, я понял. А, так, мои действия. А, делать реплику через X-Ray. Окей, пойдем в X-Ray. А если он у меня будет перевернут, я точно забуду. Так, а где у нас там? Ага, через... Ты ебаш, блядь. Блядь. Так, давай, блядь. По старым схемам. Получается, она у меня лежит... Мало того, что, блядь, вверх ногами. Вернее, она мне перевернута. Сука, она мне дзеркаль. А, так, получается... Что выбрать? Окей.
Так, получается, от этого угла, правильно я пляшу? Видимо, да. Ага. Еще и на время, блядь, показалось. Так. По-моему, так. Нет. Так. Получается, мне надо сюда, вот сюда. И вот так вот. Нет, сука. Получается сюда, сюда. Вот так. Так, получается так. Так. В серединке полоска. Ближе к этому. И туда. Ну, наверное, так. Наверное. Давай попробуем. Я бы, конечно, засейвился. Я могу перепечатать, потом перечислить что. А это как у меня вообще? Вот так. Я понял. Ну да, если, короче, она меня не пасет около двери, то в принципе. Я не хочу ее убить, потому что, в принципе, мы сейчас сюда, я так понимаю, свалим. Если я все правильно понимаю. Нахуй ты мне нужна, женщина. Бля, ну тут она может резко среагировать, ебало не разбить. Оп-оп-оп-оп. Кто что видел? Никто ничего не видел. Ключ огня. И. О, а тут у нас как раз этот есть. Шатганы. Пока. Что-то я не чекнул. Шатганы убери. Пока что. А тут и сейф есть. И еще пистолет. У, 5 штучек. First aid. Ебать, сколько патчей может быть у меня? У него 7. А здесь как-то можно пройти? Надо. Давай займемся. Типа, почему бы, блядь, нет? Да? Да. Да, надо было, наверное, в ту же ячейку бахнуть. Кажется, я могу безопасно спуститься за комнату ниже. Это комната ниже? Что это, блядь? Какой-то боевой? Ой-ой-ой! Я не был готов! Ну да, а ты целиться будешь? У нее 3 выстрела, правильно? Да. Бесполезно. Так, а что ж нам с тобой делать? За спину тебе зайти? Это что такое? Ой-ой-ой. А, что это? Ну кто меня ёбнул? Подожди. Что происходит? First aid. Не, это патч. Патрон для пистолета, молодая. Она их восстанавливает? Подожди. Ну я понял, Даша мне пиз... А, не, мне не пизду, я еще слушаю. Она их как-то восстанавливает. Что мне с ней делать, ну?
бочечку стрельнуть. Да я ж просто прикоснулся к ней. Ты это же. Ну, как-то в бочечке я не могу целиться. Так, ей плохенько. А если я их сожгу? Может, мне не надо с ней драться, а просто надо уебать? Ну да, вторую она поднять уже не смогла. Ну-ка, давай попробуем. Может, съебать может? Не может. Я не знаю, что делать. Может быть, когда она блюет, ей надо въебало засовывать, кстати. Надо как-то ее развернуть так, чтобы она блевать начала на ровном месте где-нибудь. Ну да, блюем. О. А, нихуя, она перезарядилась просто. Ну и? Молда. Может, мне не стоило их сжигать? Она теперь что-то не становится АФК. А нет, вот встала. Я, может быть, просто... А, вот. А, мне нельзя этого касаться. Салочки сдал мне. Наелась? Чего, War Inside? Что? Опять меня перезарядила. Модель Адлер. Адлер. Посетить. Посещаю, блять. Добро пожаловать на наш объект. Мы оказались у нас не в самом удачном. А, я хотел облутать. Чем я могу вам помочь? Я там пистолет хочу забрать, вообще, вернее, винтовку. Молодой, ты мне нахуй не нужен. А у меня нет фотки. Еще одного гештальта. Он работает на этом объекте? Сейчас кто-то меня скинет. Позвольте взглянуть на фото. А у меня нет фото с собой. Алина Сео. Мне кажется, она работает на нашем объекте. Однако. Ну, как я и говорил. Не стоило тебе возвращаться. Что значит возвращаться? Типа мы проебали память? Dark Sun Settings, A Dream... Это точно сон. Иза. Наверное, засунула, пока ждала Эрику.
Она же ушла домой без меня. Хотели вместе сходить в библиотеку за книгами. Нужно проверить, может быть, она там. Это у вас, конечно, школа. Ебануться. Атмосферка, да, зачетная. Школа, конечно, пососная. Тут 15. Везде эта цифра. Прежде чем идти домой, я хочу идти в библиотеку. А, это домой. Почему-то вот когда воспоминания, у меня дропаются карты. Кадры. Видимо, какие-то частицы дохуя. Red Front, Вектор Си, высшая политическая школа имени Мандельброта. Ты обнешься? Политическая школа, блять. Библиотека. Что там, буллинг? Да. А, ну или это, как их называют? Лисай. Правопорядок, короче. Это трупы? Лифт не работает. Я понимаю, что лифт не работает. Это что? Это что? Он скидывает туда этих? Реплик? Ну, как ни странно, лифт едет. Но он закрыт. Нужен ключ. Так, тут открыто. Тут открыто. Тут закрыто. Удачненько я зашел. Сервисный ключ сюда. Спрей. Ну, спрей давай скинем. Сервисный ключ. Оставим. Засейвимся. Босс это не в трубу писить. Если я не ошибаюсь. Не важно. Но за нами все равно еще кто-то наблюдает. Я так понимаю, что это не он. А как резидентом запахло третьим? Требуется предохранить. Окей, ладно. А, не пройти, да? Нужно двигатель для лифта. Непрерывного действия. А где? Если у меня там не пройти... А, у меня вот сюда ключ. Я понял. А я думал, я пёрт и нашел дверку. Левел 5. Левел 6. Ну да, этот пидорас туда скидывает, блядь, реплик. Но странно, если мы выжили, почему они не выжили? Закрыто, требуется ключ совы. Так, тут открыто, открыто, закрыто. Патрончики. Ну да. Это насчет патрончиков. У меня патрончиков нет, я почти все патроны там израсходовал. Бля, там ништячки. Ну да, мне тут не пройти. СТСР. Реплика контроллер соблюдения технической безопасности. Штор. Магнум. Буян. Буян будет пылать. Чего? Сердитая записка. Блять.
Официально заявляем, что мне надоели мои соседки из серии Ойле. С тех пор, как закрыли комнату с пианино, непрерывно слушают какую-то идиотскую песню. Если услышу ее еще хоть раз, я пойду туда и разобью этой проклятой магнитофон на части. Этот проклятый магнитофон на части. Интересно, может ли кто-то позаимствовать ключ, чтобы побраться к ним в общежитие и покончить с этим безумием? И мне плевать на нарушение карантина, если я вообще никогда не услышу эту песню. Позаимствовать ключ, говоришь? Опа. Да. Молодые леди. На двух у меня патронов не хватит. А тут вон и почитай. Йо, понежься. Ну не знаю, что делать. Придется с дробовиком идти. Больше нет аута. А это у меня аж на другом левеле. Может быть, конечно, сгонять на левел еще пониже. Давай сгоняем. Да я не то нажал, ладно. Раз так решил рандом. По-моему, сюда. Да. Так, тогда выкинь как? Выкинь как? Шатган. Эмо. А, типа, больше 8 нельзя брать с собой. И. Я забыл, где это было. По-моему, вот в этой двери. По-моему, я дал. Так, как бы их теперь сагрить так, чтобы потрошечков-то? Эй, шлюш. И... Бля, им пух. А, это отражение. Да, выбрать? На скилле. Чисто на скилле разобрал. И на удачу. А. Ион, стар. Обзор реплики. О, ебаный в рот. Обзор на реплику. Штар. Реплика охранника и специалистка по технике безопасности. Скворец. Тип. Низкозатратная боевая реплика четвертого поколения. Что значит низкозатратная? Корпус биомеханический с полиэтиленовой оболочкой и пуленепробиваемым броневым покрытием. Рост 220 сантиметров. Нихуя. Вот это леди. Стандартная модель. Протектора, специалист по технике безопасности. Модули Star, оснащенные удивительными, удлиненными ногами, грациона, возвышающиеся над большинством гештальтов. Несмотря на тяжелые доспехи, они способны перемещаться довольно быстро. Их хладнокровная и отстраненное поведение позволяет им объективно анализировать ситуацию при необходимости прибегать к силе. Они обучены технике рукопашного боя, контроля толпы эффективнее всего функционируют в больших отрядах под командой офицера модуля Star, оснащенных баллистическими щитами. Это вот эти вот, которые в пакетах ходят над головой. Здоровенные, которые. Патч. Автоинъектор. Так, тут открыто. И тут открыто. А, это с другой стороны. Памятка неполадки в системе освещения. Кому? Сервисный персонал. Арар. Ара. 2016. Из-за недавнего инцидента с одной скворушкой. Имя которое лучше не упоминать. Я настроила все двери так, чтобы для открытия требовался видимый источник света. Надеюсь, теперь персонал, не имеющий отношения к сервисной категории, перестанет подвергать себя опасности, шатаясь по темным комнатам, пока мы не решили проблемы с освещением. Если вам назначено задание по ремонту системы освещения, не забудьте захватить модуль фонарика, чтобы дверные датчики вас пустили. Ранее попросите его у Адлера. Значит, Адлера надо на клык посадить.
Точнее, что-то я какую-то хуйню сделал на кол. Адлера обычно его можно найти в зоне на 8-м этаже. Давай бахнем один патч. Так, погоди. Так, погоди, а сколько их вообще у меня? 8. Да числа тут не целые. Это целое. Ага, блять. Да. Воркшоп. Закрыто. Даже не знаю, сжигать ее или нет. Закрыто. Ключ мастерской. Так, тут у нас что? Патч? Да, это патч. Закрыто. Это там прыщи да хуищи. Ага. Арар. Так, подожди. Пора. Так, подожди, у нас уже была. А, нет, подожди, это был у нас этот скворечник. Универсальная ремонтная реплика. Тип низкозатратная универсальная реплика второго поколения. Биомеханический с усиленной титановой полиэтиленовой оболочкой. Рост 185. Суровые рабочие пчелки строительной ремонтной индустрии. Одна из первых моделей. Простые, но эффективные. Ары стали самыми эффективными репликами здесь на сегодняшний день. Массовыми. Это сильные и тяжелые рабочие модули идеально подходят для строительных работ или производства промышленных товаров. В многих городах нашей нации ары уже заменили гештальт-работников. В их областях как формирование климата или обезвреживание боеприпасов взрывного действия. Хм. Но туда я пока что не хочу. Так, шокер. Нужен ли он мне был сейчас? Блять. Наверное, зря второй патрон продал. Это, походу, анимация была, блять. Так, для пистолета мы не можем. Молодая. Угу. Это что такое? Ничего. Даю. Ой-ой-ой. Это получается, мы на флор 7, да, спустимся? Пойти, блин. Я там, по-моему, куда-то мог пройти. Подожди, да, вот сюда пройти еще. Ага. Тут лучше модуль фонарика взять, я ебал. Попробуем спрыгнуть. У меня, конечно, места нихуя нет. Но так как мне однохуйственно возвращаться в ту комнату, то в принципе... Боюсь, сейчас команду еще не готова принимать гостей. Это ты, педрила. Но вдруг я смогу вам помочь. Кто вы? Администратор этого объекта. Прошу вас, не стоит пугаться. Я просто хочу помочь. Эрика. Нон Арси Чейз. Ну что? Блять. Ты First Air. Это что такое, нахуй? Я хочу с этим разбираться. Может быть, это боевые модели? А, не ту кнопку нажал. Блять. Да. Ай-яй-яй. Активатор. А, вот это я открыл дверь, получается. Куда? Ух.
жопу. Давай пока что прямо, это что такое? Пом револьвер. А нет, это дробовик. Ну да, флор 7. Ебать вас. Там документы, чтобы их прочитать, мне все равно придется их трах. Скиллер. Так, это пистолетная, да? Блять, надо где-то найти комнату. Это с... Что? Это за слово? Педак мне нужен. Номер заказа. Управление размещения протекторов. Интересный персонал. Сковольтный предохранитель. Там же вроде ампераж больше важен. Ваш заказ на запасную деталь был одобрен и обработан менеджером S23. Во вложении вы найдете запрошенную деталь. Пальке отдельно потребовалось, чтобы в первую очередь отремонтировали систему кольцевого лифта и уже потом занимались ремонтами другого оборудования. Пожалуйста, как можно скорее замените предохранитель. Нам всем очень трудно обходиться без него. Без кого? Без предохранителя или без лифта? Ты уточняй. Ну, места нет, да не нахуй собачий. Так, там три двери, там одна. Так, одна закрыта. Оп, просочились. Блядь, это злобная тетка. Это лифт. Ну, с теткой придется, походу, разбираться. У меня, конечно, есть термит, но... Не очень хочется термит тратить. Это, наверное, придется. Не вставай. Подожди, а тут у нас... Ну да, прямо. Ёбнешься, блядь, зачем тебе это? Выкинь. Она, походу, только когда подойдет, да, ко мне. Её бы, конечно, тоже кончить. Так, тут открыто. Тут тоже. Ага, вот тут я открыл шоткат. А? Где я? Где я, блядь? Ага, флор 7. А, я бы флор 7 бы не зашел бы, да, сейчас? Я могу подняться, конечно, на флор 6. Но, по-моему, там ничего такого. Ну, вернее, ящика у меня нет. Мне нужен ящик. Ой, ёбаный рот. 191. 90. То есть, мне надо что-то просто подобрать, видимо. Здесь сколько там было, я проебался. 11, по-моему. Да, я, видимо, не так делаю. Угу. Или так. Что за член? В картине есть замочная скважина.
Изображение странного острова. Почему-то он кажется мне знакомым. Это, наверное, женщина надо. Но больше так не делал. Так, там флор. Наверх, я так понимаю. Это самба. Приветик. Бля, тут они все здоровые. Оп-оп-оп-оп. И столь едет. Было ли на кого? Так, ну что, по здоровью. Можно бахнуть один патч. Так, погоди, что там было? Угу. Стар С-2313. Реплика хранится и специалистка по технике безопасности штаб. Да все, зачем я сюда пришел? За тремя патронами? Не густо.